или там, не знаю, картина Айвазовского, вот это шедевр, реально. Они все всегда повышаются в цене. Чего ждать вот в Украине? Они, естественно, повысятся в денежной ценности. Привіт, друзі! Ви на каналі Фартовий колекціонер. І в сьогоднішньому випуску я візьму інтерв'ю у колекціонера, у Михайла Тамойкіна. Ми з ним записували відео ще у 2018 році. Він розказував мені, що потрібно купувати, які антикварні речі, які монети, картини, що буде ліквідно, що буде цікаво. І на цю тему ми з ним поспілкуємось. Дуже дякую всім, хто підписався на мій канал як спонсор. Ви бачите цю кнопочку. Навіть 10 гривень – це дуже допоможе моєму каналу розвиватися, купувати якісь цікаві монети на огляди. Бо монетизації, на жаль, зараз нема. Реклама не показується на Ютубі дуже мінімально. Це підтримує. Дуже вам дякую всім, хто підписався. Ну що, переходимо до інтерв'ю. Поїхали. Доброго дня. Це Олексій з України, фартовий колекціонер. І сьогодні у нас гость, колекціонер Михайло Тамойкін. Доброго дня і слава Україні. Слава Україні, героям слава. Добрий день. Добрий день. Во-первых, я хочу поблагодарить вас за то, що ви пригласили мене в ефір. Вот, що ми скажемо обов'язково пару слов в то, що Украина побеждает, она уже практически победила, вот, что Путин это агрессор, это человек, который, в общем-то, навешал лапши огромному количеству людей, и люди не понимают, почему украинцы сейчас так сплотились, почему не получилась ситуация так, как это получилось с Крымом, практически за 1-2 дня Крым забрали, с Украиной такого никогда не получится. Я, в общем-то, был русским, я сейчас называю себя русичем, потому что я не хочу ничего общего иметь с теми русскими, которые напали на своих братьев. Я еще раз хочу сказать, что это братоубийственная война со стороны агрессии, со стороны Путина, со стороны его вот этих вот всех прихлебателей и со стороны тех, кто не понимает, что он делает в отношении своих матерей, отцов. И, в общем, мы должны сказать, что возмездие неотвратимо для всех них, начиная от главнокомандующего и кончая последним солдатом, который выполняет этот преступный приказ. Когда в твой дом пришли незваные гости убивать детей, женщин, и это мерзость. Вот поэтому мы должны сейчас все сделать для того, чтобы Украина победила и преступники были наказаны. Это вот такой вступительный спич. А если посмотреть сейчас глобально вот на рынок антиквариата, монет, картин, что ждать, чего ждать вот в Украине, когда вот сейчас непонятно, во-первых, война еще идет, непонятно выплаты, не выплаты, когда возвращаться домой, вот что сейчас и какой примерно период это может быть, восстановление, если будет такое восстановление, как вы думаете? Ну, мне на этот вопрос, наверное, сложно ответить. Я желаю, чтобы это было как можно быстрее, я лично желаю. И хочу, чтобы Украина действительно стала великой, большой, очищенной державой. Вот сейчас рождается новая формация людей, новая формация украинцев, новая формация человечества в целом, которая совсем по-другому смотрит на маленькую страну, которая восстала против вот этой несправедливости, агрессии, против вот этого, не знаю, как его назвать, убийцы Путина и всех. То есть это совсем по-другому. Сейчас Украина звучит везде. Соответственно, это, естественно, идет в плюс. Вопрос, когда это закончится. Мне очень хочется, чтобы это закончилось как можно быстрее. Вот очень хочется. Но когда это закончится, со своей стороны, со своей какой-то командой, мы в очередной раз придем в правительство и напрямую к Зеленскому придем, с тем, чтобы реально сделать сферу материальной культуры высокодоходной, потому что на сегодняшний день в отсутствии оценки документа собственности, в отсутствии института экспертизы, в отсутствии, например, базы данных, то есть нет таможенной базы данных, нет нотариальной базы данных, мы все это знаем, как это сделать. То есть чтобы предмет материальной культуры
стал реальным активом, по сути дела, мы выпустим ценные бумаги. То есть это наши планы, и я хочу их реализовать уже в обновленной новой Украине. Потому что, я хочу сказать, я вышел на Майдан в 2013 году 28 ноября, практически с первого, против коррупции, против того, что нас никак не слышал кабинет министров, хотя мы предлагали много раз, и я лично с Азаровым, имел контакт на предмет того, чтобы сферу материальной культуры вытащить из тени. Вот сейчас я хочу сказать, я желаю быстрейшего восстановления Украины с тем, чтобы в Украине начать новый этап вот, восстановления реальных культурных ценностей как очень высокодоходную отрасль государства. Если вы возьмете, ну, например, отчет ЮНЕСКО 2010 года, есть научно-исследовательский институт ЮНЕСКО. Так вот, они констатировали, что сфера материальной культуры, а это все-таки около 180 предметно-тематических направлений, там живопись, нумизматика, археология, иконопись и так далее. То есть это колоссальное количество, ну я не знаю, там, как вот, так вот, они констатировали, что предметы материальной культуры, если их легализовать и поставить, сделать активом, доходность от них будет превышать всю энергетическую сферу. Вот представьте себе, что такое энергетика. Это газ, нефть, это все углеводороды, да? Это не я говорю, это говорит ЮНЕСКО. Научно-исследовательский институт Монреаля в ЮНЕСКО. Я это докладываю, кто не хочет слышать. Потому что Пинчуки и прочие, которым нужно именно дезориентировать нацию, потому что такое материальная культура, это одна из составляющих нации. Вот им, вот этим Соросам, Пинчукам, им нужно, как это сказать, деградировать, чтобы люди смотрели на черный квадрат и говорили, да, вот это вот действительно произведение искусства. На самом деле все ходят, плюются, и никто не понимает, что даже та же, не знаю, там, та шедевр мебели, например, там, который сделан искусно резцом мастера, или там, не знаю, картина Айвазовского, вот это шедевр. Реально. И вот хотел спросить, сейчас, в текущее время, насколько это актуально, заработок на антиквариате, или сейчас все будет ни продаж, ни покупок, вот как вы думаете на момент боевых действий, что произойдет с рынком? Значит, смотрите, на самом деле любой катаклизм, любой конфликт, любая война, естественно, не уменьшает число предметов материальной культуры. Если вы вспомните теракты этих двух башен близнецов 2001 года, да, там 11 сентября, вот, то после них практически взлетели все импрессионисты, потому что погибло вот под этими развалинами несколько картин, по-моему, импрессионисты, если они не ошибаюсь, там Ван Гога, Матисса и еще кого-то. То есть там хранились и они погибли. После этого, естественно, взлетел определенный рынок вот этих видов предметов искусства. Еще там что-то. То есть любой катаклизм, он на самом деле, он повышает ценность и денежную, в частности, денежную стоимость всех предметов материальной культуры. Но, опять же, все зависит от того, какие средства массовой информации, какой вид антиквариата будут дальше рекламировать. Потому что я еще раз говорю, когда определенная кучка определенных людей говорят, что вот если то, что я нарисовал, там черный квадрат или левый пятка, вот это стоит 50 миллионов, а, например, коллекция античных монет, да она ничего не стоит. Это совсем другой вопрос. Так вот, но в любом случае, среди серьезного уровня коллекционеров, среди элиты коллекционеров, все реальные предметы материальной культуры, которые являются, по сути дела, шедеврами, они все всегда повышаются в цене, причем судя по тому, что происходит сейчас в Украине, сейчас, например, я могу сказать, вот среди того уровня коллекционеров, а это в основном моих клиентов, это Север Европы, это Швеция, Норвегия, это Исландия, это Канада, это, ну, в определенной степени даже Австралия, вот, у них пошла тенденция увеличение денежной стоимости на ту часть шедевров, которые мы делали оценку в свое время. Ну, это, например, это картины старых художников-итальянцев, это, например, коллекция часов старинных, там, каминных часов. Это буквально за последний месяц. То есть пошло повышение, причем я скажу так, если мне память не изменяет, это где-то порядка от
10% до 40, да, где-то до 40%, 38-40%. Вот на такую величину увеличились активы. Поэтому я прогнозирую все те ценности, которые реально в Украине будут сохранены, увеличение их денежной стоимости в разы, в разы. То есть это не на 30%, 15%, 40%, а это в 3, в 5, в 7, в 10 раз. Это мой личный прогноз. Ага. И что покупать тогда? Прямой вопрос. Какой предмет антикварного рынка, там топ-3, прямо сейчас можно взять, если есть свободные деньги? Ну, дело в том, что, во-первых, те люди, у которых есть свободные деньги, они берут вот то, что они считают, ну, первое появилось, что вот они сразу берут. Я почему говорю? Я сам какие-то вещи, какие-то мы приобретаем, какие-то вещи мы консультируем. Вот, естественно, все, ну, не знаю, там, топ-уровня звучащих предметов материальной культуры, они, естественно, повысятся в денежной ценности. Во-вторых, вы не забывайте, что разбомблены практически элитные районы пригорода. Это Житомирская трасса, это вот все, ну, вот тот регион. Это люди потеряли колоссальные состояния, которые там хранились. Ну, я, например, знаю точно, что вот у меня, у одних знакомых, полдома разбомблено, другой там вообще снесено все полностью. У человека была шикарнейшая коллекция различных видов часов, причем и золотых часов, и каменных, и настенных часов, не говоря уже про мебель, там Бидермейер, и, ну, мебель ценнейшая была. Соответственно, если человек сохраняет свой какой-то капитал, да, ну, в банке капитал не исчезнет же, правильно? Угу. То он будет приобретать снова, пытаться приобретать такие же вещи. Где он их найдет? Он их будет искать, где только он сможет. Соответственно, в Украине эти вещи будут на вес золота. Это лично моя, вот я лично, потому что я не знаю, куда мне ехать, там, в Швейцарию, там, в Америку. А вот мне предлагают вещь, которая, на мой взгляд, вот была раньше, там, стоила 10 тысяч. То я сразу же отдам там за нее 20-30 тысяч, я только хочу ее увидеть, хочу, чтобы она у меня была. Это зависит от уровня человека, ну, от уровня его возможностей, соответственно. А я уверен, что в Украину хлынут деньги после того, как закончится война. И это все говорят, и Зеленский об этом говорит. Соответственно, вот эти люди, которые будут обладать состояниями, они как раз есть та категория, которая будет скупать все украинское, которое было до войны, которое осталось, которое сохранено. Я думаю, что такая перспектива любой страны, посмотрите, кстати, на Германию послевоенную, какой был бум в 50-е годы в Германии на антиквариат. Ну, я говорю, на настоящий антиквариат, на старый антиквариат. После того, как война закончилась, Германия стала вставать на ноги. И когда, я говорю, ФРГ, не ГДР, а ФРГ, вот. Если вы возьмете статистику, например, какая происходили скупки людей, которые стали уже зарабатывать деньги в 50-е годы, вот, там практически все те вещи, которые ранее, там, ну, не знаю, там, картины, они стали в разы дороже стоить. То есть, я имею в виду, и старинных итальянских художников, немецких, смотрите аукционы статистику. Вот. То есть это ждет любую страну, которая возрождается, соответственно, возрождается определенный класс, прослойка богатых людей, и они начинают ценить реальное искусство и начинают его пытаться найти. Хорошо, я много слишком говорю. Так, есть, если как раз этот фрагмент сохранен. Дякую, що подивились це відео. Більше частин вже на каналі і доступно для спонсорів. Ну, до зустрічі у нових відео.